1 января, примерно 2 часа дня. Решил вот покататься на велосипеде, заехал куда-то непонятно куда. Ну, собственно, проехал деревню Заднего, вот еду вперед. Тут уже, похоже, не ступала нога человека. Лес красиво, вот решил всем отправить поздравления с наступившим Новым годом. Вот мои следы. Дорога назад. Где-то 15 километров я отъехал от дома. Ну, еще покатаюсь, потом буду возвращаться назад. Ну, а вот мой транспорт. Думал, что 1 января будет дождь, но оказывается пошел снег. Всех с Новым годом!